Навыки проведения спецоперации и слаженность работы различных ведомств в погонах отрабатывали сотрудники ФСБ, полиции, МЧС и Росгвардии. По легенде учения «Сигнал-2019» террористы, вооруженные автоматами, захватили железнодорожную станцию в Фурманове. В заложники они взяли пассажиров вагона проходящего поезда. Затем, опять же по легенде, преступники выдвинули требования политического характера. На место прибыли офицеры ФСБ, оцепили территорию, блокировали место преступления и эвакуировали население. Мирно разрешить ситуацию не вышло, и была проведена боевая спецоперация, обезврежены самодельные взрывные устройства. Руководитель оперативного штаба учение оценил положительно.